Сибирский двор такой. Не мог пройти мимо скворечника, ребят. Прям так охота было его заснять. На нем даже дата есть, 2022 год. Вижу, там насыпано. Насыпан щебень. Видимо, будут дворы. Дворы здесь каждый год обустраиваются. И у нас тоже в городе. А я на днюху. Сегодня день рождения. Интересно, куда это приспособит этот щебень. Ну, надеюсь, куда-то приспособят, потому что, по идее, тут как бы двор-то новый, недавно отремонтированный. А, дальше они будут, они здесь сделали. Вот этот участок еще делается. Ровненько, чистенько, все гладенько, вон там дом. И здесь, кстати, еще не до него. Вот я этот дом не снимал или снимал, он там еще дом ремонтируется, сверху крыши. Вон там дальше будет дорога ремонтироваться. Как-то так. Пока-пока. Западная Сибирь. Я там. Техническое. Политех. Ну, я вижу сверху этот знак.
большие. Тут я даже не видел вот этот памятник рядышком. Я просто хочу, ну, все, я все подряд. Я понимаю. Красиво, хорошо, зелено все, как и свежо. Взять стаканчик чего-нибудь, это самое бутербродик, сесть перекишить. Вот здесь был где-то комиссионный магазин, если заходил. Советские комиссионки. Не помню, сколько они, 15-20% брали от продажи. А, сначала 15, потом уже. Потом уже по 20. Кредит что предлагаешь? Ну, что-то выгодно. Это типа бывший Макдональдс. Да. О, не зря я тут прям запалку снимаю. Дебильный. А как вы в Беларуси назвали? Я забыла. Что-то тоже никак-то. Тоже поменяли? Да. А, это... Пробитые глушаки, я думал, просто. Кепку не потерять бы. Если что, буду ловить твою кепку. Думаешь? Ну, бегаешь хорошо? Нет, так. Но постараюсь. Бегаю плохо. Так, это еще не Увермаг здесь у нас? Там у них. Да? Ну правильно тогда. Вот правильно, там был. Там не все, но магазин, еще какие-то магазинчики там были. Я помню все время. Тогда. Развали-то Союза. Вот этого здания не было вообще. Я даже не помню, что здесь был. Здесь какой-то то ли рыночек был какой-то, то ли что-то. Сейчас тяжело вспомнить. Да, по-моему, вон там шашлычки. Шашлыки, шашлыков была такая, типа маленькая. Мы там бухали. Дарви. Брали курочку там, что-то такое, прям вкусненькое. Жарит, привет. Здесь по рыночку. Вообще. Строили.
старое, кстати, здание, смотри, красивое. Да, какое, блин. Там тоже. Это я понимаю, тут все вообще сталинки. Вот это. Круто. Сталинки. Если их отреставрировать, да? Они даже это не портят. Настолько все. Красиво. Еще вот эти всякие фигуры на крышах. А вон там даже видно, что еще печки были, видишь, воздуховоды такие. Это вот они были, печки там топились углем, дровами. Представляете? Это как вот дядя Андрей живет, а у него такие тоже трубы, и у них печки были. Во дворе были сарайчики, хотя пятиэтажка. Ну, это первое время было, это же как новые, это самое. Потом уже построили котельные, уже, как они называют, централизованные была отопление. Да, это вот так топилось, вот, представляешь? И вот мне вот почему-то кажется, что холодно было. Ну люди же жили как-то. Тяжело же протопить, вот так все разобраться, да? Это надо. Но люди жили, сначала были угольные котельные, потом мой газ пришел, газовые котельные. Вот большая котельная, где я проходил практику, стоят угольные котлы, а там проведенные просто газовые горелки, всего лишь навсего. Смотри, какие. Муляж какой красивый. Ну да. С самоваром. Классно. Это типа что-то Арбата. Кемеровская, наверное, да? Нет? Нет. Арбат, это что такое? Арбат. Типа молодежная улица, типа, где молодежь ходит, тусуется такая. Ну, здесь тоже не сказ, в принципе, потому что она сильно проездная. Поэтому нет, наверное, скорее всего. Хотя Арбат, он тоже проездный. Нет, она, наверное, больше. А, кстати, здесь весенняя вот так. Да, вот тут тоже. Она больше что правильно. Слушайте, а у вас тоже, по-моему, весенняя, да? Или, а, у вас спортивная? Нет, спортивная. А весенняя, для которой не всякие заведения, где там гуляют, красивые, на самом деле. Ну, значит, на весенней, я помню, там все было. Магазин электроники есть, спортивные магазины. Там, те свои, в дикие времена, так сказать. Смотри, какие арки. Тоже старинный дом, да, наверное? Здесь? Не, вообще здесь дома такие прям строили, да? Даже коммунисты. Ну, это все старенькое. Даже коммунисты и то строили. Даже вон здесь топилось углем и дровами. Видно вот эти вот выводы. Что, пойдем? Куда? Поближе. Я думаю, не надо. Не знаю. Не, пошли. Пошли. Пойдем. Просто тут молодец какой. Вставать на борт запрещено.
Слушай, ну красиво здесь. А это музей государственный, слушай. Да, музей изо. А? Музей изо. А изобразительного искусства? Да, это вот была папа. Мы ходили на его дом. Ой. Классно. На его дом? Ну да, рисовали он типа там лодочки, да, да, яичечки. Да. Там. Ну там было мало его картин. А по-моему много за рубеж ушло. По-моему, как, если я не ошибаюсь. А еще я ходил на выставку. И там еще был Сюрретель из Урала. Мне не очень понравился. А, которого, которого ругает, да, за там какие-то памятники, где в Санкт-Петербурге или в Москве, не помню, что он там соорудил. Да, там да. Что-то дикий. Как это называется? Ужас или как? Ну у него такие картины все. Вот интересные ложные сделаны. Вот смотри. Изначально так было. А, вот это там такие кружочки, шарики, yes. И стебелки. Это музыкальный театр. Здесь мы тоже больше были. На джазе только девушки. Классно. Чего? Вот кто-то показывает еще. Вон на фишечке. Ну, он вижу. А вот там главпочтамт был изначально. Сейчас не знаю, что. Он так и остался. С советских времен. Ну вот смотри, как здорово сделано прям. Но по-любому здесь какие-нибудь эти шишки жили. Но здорово же. А может и был какой-нибудь этот. Ну как называется? Как называется? Засыпано то, что это самое. Альтернативная история, вот когда вот рассказывают, что вот эти вот все подвальные помещения, это типа что внизу под землей. Это неправда. Ну я просто его показываю. Я не говорю и не утверждаю, я просто показываю, что это так было. Это еще с царских времен такое задумывалось, с давних времен. Почему так делалось, я не знаю. Это почему. В основном во-первых, скорее всего, для транспортировки всяких грузов. Да. Продуктов и отопительных этих. Воды. Это, воды и все. Скорее. Это до сих пор так используется, потому что у нас в СУД есть рядом с университетом, но там тоже такие низкие окна. Они постоянно привозят какие-то продукты, еще что-то. И все время они прям через грузчик, через окна. Ну да. Так как и на Западе, возьми ту же Польшу, тоже тетя Жанна рассказывала про Германию, что вот они, у них там дизель этот стоит, и масло приходит, когда вот оно в подвал у них поступает, что вся эта отопительная система у нас находится в подвале, и плюс емкости под это где-то тоже там, видимо. Это мы здесь видели этот Кадиллак. Этот, лимузин. Администрация, так, а мы что, пойдемте по этому? Пойдемте. Чтоб нас не сшибли. Финал, я блин. Да? Наверное. Раз три семерки. А? Как-то поется песни. Номерок крутой, три семерочки. Что-то сивые корочки. Да. Там три шестерки приехали. Они вон там вот магазин? Там? Да. Пойдемте. Что такое был? Туалет? Вот здесь красивый этот. Маки. Ну да. Вообще. Это маки, а не тюльпаны? А, тюльпаны.
Тюльпан. Тюльпан, это что, маки говорила. Позже чуть-чуть. Ну, не на маки похоже, базар красивый, нет. Красивые такие яркие. А что это? Горят. Ну вот, вот смотри, маленькие здания, казалось бы, чего нечего. И тут же все равно колонны, все это. Даже эта решетка, смотри, как сделана. Вот, видимо, здесь раньше был вход, да, или как? Или как это понять? Это же старые решетки стоят. Скорее всего. Как самочувствие? А вон там новое здание большое, да, красивое какое-то, смотри. Я не знаю. Высотка. Вот это высотка? Ага. Да, новый, наверное. Мне кто-то говорит, там что ли живет. А, живет? Живет или жил? Он там не живет. Я не помню, где-то Старочерново, что ли, такое. О, смотри, что тут. Мы сюда идем. Кроссовки такие. Мы сюда идем. Понятно. Костюм. Только оригинал, слушай. Нифига себе. Это крутая заявочка. Особенно гиря. Смотри, гиря оригинальная. Да. Она с бирочкой. С волком или мишкой. Кто это такой? Арки красивые. Там можно потом там пойти. Ну да. Там красивые вообще вот эти. Да места. Я отсюда так. Это такой чисто. Погнали. Я хочу немножко поснять. Здесь просто все как-то так вот интересно. Здесь, ну, никак. Не то, что за глаз, что красота какая-то или еще. Просто своеобразные такие постройки. Одно в одно не похожи. Так, нам куда сюда? Это же хорошо, почему, к сожалению. Ну, ты тут хотел поснимать. Так я и так снимаю. Мне же надо отрывками просто. Я вот это, может быть, просто сделаю вместе. Отрывочки. На видео было видно, что я не где-то выбрал специально красоту какую-то. Все подряд. Согласись. Вон, смотри. Дома какие блочные. Где-то такие примерно, как и у нас. Микрашки только построены. Намного. Намного раньше. А это что такое? Школа искусств. Слушай, ну как бы смотрится это все грома. Как это называется? Речки. Да. Большое все. Ну то, что серенькое, это не смущает. Не знаю почему. Из-за того, что, наверное. Погода солнечная, стеклопластик, здесь вот сделано интересное стекло, бетон. Оно, в принципе, так и сделано. Вот там немножко как будто врезали мрамор. Но это не факт, что мраморное это. Не устала? Ну, это вот типичное, как у нас. Прям. Ну, как на заводе делали эти все. Железобетоном, так сказать. А вон там еще какие-то. А, мы, по-моему, когда-то там что-то ходили, да? Да. Я, по-моему, даже их немножко снимал. Да, было такое. Не помню, куда ходили, но ходили. Вот я. Сейчас придешь, диван себе раздвинет, завалишься, согреем еду. Ну да. Не хочу. Мороженку тебе в этот. Мороженку я бы. О. Ну вот смотри, голуби тусуются какие.
интересно, так собрались прям в кружок. Что смотришь еще? Я завтра заценю на тренировке. Хорошо. И отпишусь, как это. Насколько они себя покажут. Слушай, если они мне зайдут, возможно, я их на постоянку возьму себе. На треньку. А в этих буду на выход ходить. Вместо вот этих, чтобы не убивать. Буш вот спрашивает, засмущался, что жарко, не жарко. Не, не жарко у них, они прям такие... дышит. Ну сейчас не жарко, в принципе, на улице, но то, что мы ходим, все равно работает же на конь, да? Ну, да. Я могу сказать, что она мне не потеет. Может, немножко там чуть-чуть так вот. Важно здесь. Но я на ноге не ощущаю. Если так снять, то возможно. Можем тебе такие гуж заказать. Но не факт, что есть такие размеры большие. Кроссовки. А? Кроссовки мне лучше. Ну, понятно, кроссовки лучше. Еще знаешь, чем они мне это самое? Что, несмотря на то, что кажется, что подошва вообще хлипкая такая, маленькая, не это самое. Просто у меня до этого были кожаные, помнишь, Алис? Просто кожаные. И у меня вот так вот нога. Это настолько, как тебе сказать, нагружает ногу, что ты боишься все время подвернуть ее. То здесь, я говорю, вот ты как будто в тапке. Вот не кроме того, что мягко, удобно, легко. И еще и устойчиво, понимаешь? Что ты идешь, как будто влетая, вот она как будто все, прирастает нога к земле. Я вообще был в восторге, вот когда их отца, помнишь, Алис, я тогда прямо аж уезжал. Я сначала такой расстроен, открываю, смотрю, какие-то детские пришли ботиночки. Я такой в шоке, думаю, елки-палки, одеваю на ногу, ни хрена детские, у меня еще место там выше крыши. Я такой в шоке, вау. А потом первое утро пробежки, говорю, Олеся, тапочки, в тапочках бегал сегодня. Жесть. Я не знаю, просто удобней. Как говорится, я слаще пареного... что-то там... пареной репы не ел. Это я. Это я типа в этих... ботиночках. Я даже вот с Олесей мы разговаривали на эту тему. Я хотел взять вторые для тренировок. Просто бегать. Посмотрели мы по цене. И меня смутило. Во-первых, они все цены задрали. Серьезно. И я перехотел. Я думал, я так решил лучше поделиться. Хорошо, если брючки закрыл, да, а если я вот этим тонким, и она вот старчит и обувь. Ну, мне хорошо, оно смотрится со стороны, это такой. А, вот здесь был спортмастер, это спортмагазин, помню. О, куда вы? Когда одновременно зеленый так горит, да? А, вон как. Большой. Тут просто он короткий. Ага. Пробегать. Ага. Ты пока сделаешь два движения. Вот здесь был спортмагазин. А вот там вот это было холодно. Там есть, если ты видишь, и еще что-то там было тоже. А
короче, не ударился пешком, вот оттуда дошли, вот это вот делаем. Так я на этом, наверное, завершу.